Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Июль уже перевалил за вторую половину. Сейчас у нас идет активный налив гроздей. Про нормировку урожая мы уже с вами разговаривали, но на этом наша работа с гроздями не заканчивается. Есть еще две манипуляции, которые могут нам понадобиться при работе с этими самыми гроздями для получения хорошего, красивого и качественного урожая. Именно о них мы с вами сегодня и поговорим. Конечно, делать эти операции нужно не на всех сортах, только на тех, которые в этом нуждаются. И не всегда, а только тогда, когда в этом есть необходимость. Да, с одной стороны, может показаться это несколько трудоемким, но с другой стороны, сейчас это сделать гораздо легче и проще, чтобы потом получить тот самый результат, который мы ожидаем. Первое – это подвязка гроздей. Дело в том, что для некоторых крупноплодных сортов характерно такое явление, как заламывание гребненожки. Один из явных представителей таких сортов – это преображение. Здесь, правда, гроздочка небольшая, но преображение очень крупные грозди. И вот смотрите, идет такой изгиб, а затем под весом грозди он просто заламывается, и гроздь начинает отсыхать. Для сравнения, например, у Аркадии вот этот изгиб, он, видите, более плавный, и для Аркадии такое не характерно. Но для преображения, к сожалению, это характерно, и поэтому лучше такое явление предупредить. И, конечно, желательно все делать вовремя или даже немножко заранее, то есть приблизительно вот на такой стадии, а не тогда, когда у нас уже очень такая большая гроздь с большими ягодами, тогда сложнее, ну, осуществить эту самую операцию. Пока гроздочка легкая, но это маленькая гроздь, конечно. В принципе, тут первый урожай, поэтому грозди разные. Вот есть и такие более серьезные. Да, но лучше сделать все вовремя. И что нам для этого нужно? Ну, подвязать на самом деле можно чем угодно. Веревочками, шпагатиками, там, чем вам будет удобно. Что использовала я? Я использовала вот такие кусочки шланга. Можно их просто разрезать, чтобы удобно было одеть трубочку. Где-то я их так вот разрезала пополам, вот как здесь. Вот так мы это подкладываем под гроздочку, трубочку. Ну, либо она просто будет разрезана, да, здесь половинка, можно цельную. И дальше подвязываем любым шпагатиком, любой веревочкой к ближайшей проволочке. Можно просто подвязывать веревкой либо шпагатом, но достаточно широким, потому что если мы подвяжем какой-то тоненькой веревочкой, понимаем, что, ну, точно так же от веса все может пережиматься. Поэтому удобно шланги, ну, на самом деле удобно то, что вы найдете. Можно просто вот такого плана широкими веревочками, даже без вот этих трубочек, все это подвязать. И напомню, что не только для преображения это характерно, просто преображение самый яркий представитель тех, у кого может заламываться гребненожка. Но у некоторых других крупноплодных сортов тоже могут грозди заламываться от веса. Поэтому смотрите, наблюдайте и лучше подвяжите заранее, чтобы потом не расстраиваться. Конечно, например, если у вас формировка типа пергола, там такой проблемы нету, там грозди удобно свисают и необходимость в этой операции отпадает. А вторая манипуляция – это вырезание части гроздей. Смотрите, вот эта гроздочка у нас плоховато опылилась. Да? Есть крупные ягодки, есть мелкие. Вот эта операция вообще не обязательна. Но если мы хотим красоту, мы вот эти вот мелкие ягодки аккуратненько вырезаем. Крупные у нас потом вырастают хорошенько, набирают размеры, и гроздочка становится красивой и опрятной. Но, повторюсь, это делать не обязательно, это такое вот по желанию. Следующий случай, когда мы можем резать гроздочку, это в случае, если она у нас в дальнейшем будет слишком плотная. Вот это зигребы, не самая лучшая, не самая красивая гроздь, но сейчас яркое солнце, и это самое удобное место для съемки. Значит, смотрите, у зигребы гроздь плотная, и она может быть склонна к загниванию. Конечно, я бы ничего с ней не делала, если бы не одно но. К сожалению, куст растет не в самом лучшем месте. Вот там сзади наши доски.
А у забора очень плотно посажены соседские кусты. Здесь у нас расстояние метр, но мы понимаем, что место такое плохо проветриваемое. Поэтому в таком случае, ну, где-то может идти загнивание. И сейчас, смотрите, пока гроздочка, вот еще ее можно проведить. Конечно, проведить можно всегда. Но когда гроздь плотная, я потом покажу пример, это сделать гораздо сложнее. Здесь, ну, можно убрать вот те ягодки, которые нам меньше нравятся. Просто выборочно, вот там, где они достаточно плотненько, на одной рукой камеру держу, второй режу, поэтому не совсем удобно. То есть там, где гроздочки, вернее ягодки, достаточно плотненько, можно чуть-чуть их поубирать, и тогда гроздочка будет более рыхленькая, более проветриваемой и, соответственно, меньше подвержена всяким неприятным воздействиям. Бояться прореживать гроздь по причине, что вы уменьшаете свой урожай, абсолютно не стоит. Потому что если у нас пойдет в дальнейшем загнивание, то мы можем потерять гораздо больше. Конечно, кто-то может сказать, что ну так а что проблема от загнивания? Взять и обработать препаратами от гнили. Конечно, обработать можно. И в принципе я бы не занималась здесь чем-то, но напомню, что место не самое благоприятное. И, конечно, да, обработать для профилактики можно, но на самом деле никто нам не даст гарантию, что не наступят какие-то нежелательные погодные явления, и препарат на 100% сработает. К сожалению, не всегда это бывает, поэтому можно перестраховаться. Вот смотрите, другой пример. Гроздочка вордова, уже она как кукурузка, уже в нее, ну, еще можно, конечно, брать какие-то ягодки, например, вот эти мелкие, но уже в нее влезть достаточно сложно. Но на вордовье у нас здесь в хорошем солнечном месте проветриваемом, поэтому я на ней такие вещи никогда не делаю. И такое прореживание гроздей мы делаем только тогда, когда мы знаем, что особенности сорта это требуют. То есть это нужно далеко не всегда, а только тогда, когда гроздь очень плотная и при этом сорт может быть склонен к растрескиванию или к загниванию. Тогда ягодки будут меньше сдавливать друг друга, тогда вероятность треска может быть меньше, ну и вероятность наступления всяческих неприятностей с этими гроздями. Так что если у вас такие сорта есть, сейчас самое время с ними поработать, потому что потом, я вам показала на примере плотной грозди, это делать крайне неудобно. А пока она еще вот такая вот рыхленькая, все это можно очень легко сделать. Разумеется, если в этом есть необходимость. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!